В парке развлечений одного из торговых центров Саратовского района мама с ребенком оставили верхнюю одежду в раздевалке, а сами ушли кататься на аттракционах. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, как молодой человек надел на себя белую норковую шубу потерпевшей, сверху свою куртку и покинул торговый центр. На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого похитителя. 27-летний саратовец признался, что собирался продать похищенную шубу, но не успел. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Молодому человеку может грозить до 5 лет лишения свободы.